1, 2, 3. Всем привет, ребята! Меня зовут Даша, и в этом видео я вам буду показывать, как я сходила на концерт Кати Адушкиной. А если вам понравится это видео, то ставьте лайк. Ну а мы начинаем. Когда мы пришли к месту прохождения концерта, то там было три очереди. С обычными билетами, с приоритетными и с VIP-билетами. Мы были с приоритетными, а еще нас снимали в новый влог Кати. Изначально очередь была очень маленькая, но потом она все увеличивалась и увеличивалась. И, кстати, напоминаю, что таких очередей было три. В зале было очень атмосферно, а еще те, кто был с приоритетными билетами, им давали подарки. А я поздравил. Молодец! Все нельзя делать сейчас, мне сказали. Ну что, давайте потанцуем, подвигаемся. Мы чуть попозже возьмем на всех наших звездных гостей и интервьюеров. Пока что пофоткайтесь, посмотрите видео, насладитесь временем, вечером. Поплывите, потанцуйте, чуть позже будем знать. Ну а сейчас вы можете посмотреть выход, он был очень эффектным. Давай,
давали концерты на 16-18 лет. И вот 18 я стою опять на этой же сцене причем. Но чувствуется все вообще максимально по-другому. Вы другие, я другая. И это невероятное чувство, которое не передать словами. Если говорить про школу, то... Когда закончился концерт, то к нам начали выходить блогеры. Это Аня Покров. А это Лиана. Ну а потом мы, конечно же, поехали домой. Когда мы приехали, то я начала готовиться ко сну, потому что тогда уже было 12 часов ночи. Ну а теперь мое мнение о концерте. Этот концерт очень крутой, как никогда. Так как я была в прошлом году на концерте, то этот концерт и прошлогодний, они очень сильно отличаются друг от друга. Ну что ж, на этом заканчивается это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось и вы поставите лайк. Ну а всем пока-пока.